А потом это то есть. Нам ник несут. Ну не страшный, классацкий. Столей не чищены. Кто там просил раньше? Не чищены. Столи. Я по 40 брала. Я у одного мужика, мужчины, взяла. По 40 лей, но это чуть раньше, может быть, месяц назад. И забрала все у него, там, наверное, почти килограмма 3. Да, да, где-то больше, может быть, даже было. И я все у него забрала. Такой хороший орех, крупный. Это шкура тонкая, так чистится легко. Груши. Куча людей согнали сюда, наверное. Все здесь. Добрый день, не поздоровалась. Добрый день. Так, что здесь? Сейчас посмотрим, что здесь. Хорошо. А что это? Просто, наверное. Да? Просто с резинкой. А, просто с резинкой. А если есть сатин мари-мари. Сейчас очень здесь. Я искум сатин. Унчер шахты. Да, да. Я искум впереди. Искум. Нет, погодами. Подожди, это просто, С резинкой. А сколько почем? Это 1,80 на 2. 185. Ага, 185. Как вы видите. Ой, раньше были такие дешевые. Не помню, по 80, кажется. Да. Все дорожает. Что сказать? Всех согнали оттуда. Все перешли. Вон там стоят пару человек. Полиция, наверное, согнала всех. А, вон еще там же. А, ей стоят. Вон. Ну, раз сюда все перебрались, наверное, точно согнали их. Так что, кому надо, приходите на армянскую. Я уже туда не пойду, не знаю, посмотрю сейчас, может быть, вон полиция тут, может быть, на рынок пройдусь. Сегодня побольше народу, я сегодня, вчера не рискнула пойти на рынок, а то у меня получается каждый понедельник я иду, когда все закрыто и никого нет. Сейчас посмотрим, так, пройдусь немножко, посмотрю. Вот полиция гоняет. Пройдусь. Посмотрю, может быть. Так, ну сейчас я пройду здесь. Все, ладно, всем хорошего дня. Сейчас попытаюсь на рынке, может быть, что-то получится снять. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения. Будьте здоровы.